когда это все началось, он с своими ребятами, там, знакомыми тоже, которых, да, контрактников, забрали туда на спецоперацию, он с ними как-то там, ну, связь держал, по телефону поговорил и сказал, что мои ребята там, я тоже поеду туда. Я ему говорил, что Ваня, подожди, Ваня, не спеши, давай пусть там все наладит, в России как-то все не очень же получается. Вот. Я отговаривал полным, а он просто так и сказал, что я не смогу. Пацаны там, я тут. Сняли всех своих друзей, всех знакомых там в Белгороде, там все, что только могли, посуетились. Вот. Мы нашли его в Белгороде, Ваню, потому что Ваня был неопознаваемый. Такой же добрый, как и он. Футболист. Сейчас благодаря, благодаря Путину будет заниматься в школе «Зенита» в Петербурге. Спасибо, Ваня. Спи спокойно. Спасибо, Ваня. Спи спокойно. Твой сын благодаря Путину будет учиться в школе «Зенита».